Каникулы веселых и находчивых провели в Омске в День молодежи. В жаркий летний вечер со сцены парка культуры и отдыха «Советский» горячий юмор от самых веселых и находчивых. Причем шутили под зажигательные аранжировки. Фестиваль КВН на этот раз музыкальный. Стильные ребята, искрометный юмор, оригинальная подача. Команды с не менее оригинальными названиями. Изначально так начинали шутить, постоянно подшучивали надо мной. Настя такая, ну и вот решили, что будет вот так. Такой стиль у нас будет, постоянно надо мной будут шутить. Как и в жизни, в общем, так и на сцене. 13 команд веселили собравшихся на открытом воздухе омичей. Выступление оценивали не только зрители, но и компетентное жюри. Президент Омской областной лиги КВН Тимофей Назаров, ветеран КВН Вадим Волков, стилист, дизайнер, руководитель арт-лаборатории Татьяна Жарова, автор, исполнитель и музыкальный продюсер Алексей Гализдра. Самое-то главное, что есть настроение. Народ веселится, самим людям, находящимся на сцене, это очень нравится. А когда артист... на сцене чувствует себя, да, комфортно, значит, все получается и всем нравится, не только артистам, но и зрителям. В общем, весело. Больше полутора часов команды шутили, пели и плясали. Не так много времени ушло у членов жюри, чтобы оценить юмор молодых по достоинству. Результаты распределились следующим образом. В номинации «Суперболт» победила команда КВН «Муравленко». Самой музыкальной командой стала независимая олимпийская сборная. Кубок музыкального фестиваля команд КВН «Каникулы веселых и находчивых 2014» достался гостям из Ямало-Ненецкого автономного округа.